В Стиме в самом разгаре летняя распродажа. Этот ролик о самом важном, об активностях и любопытных скидках. Пушистого всем дня, это Тая. Поехали! Вначале я расскажу о карточках, стикерах и значках. Получать карточки мы сможем, просматривая список рекомендаций. Он ежедневно обновляется в 20 часов по московскому времени. Также дополнительные коллекционные карточки можно получить за крафт обычных игровых значков и при покупке игр. Примерно за каждые 800 рублей мы получим еще одну. Собрав 11 штук, их можно обменять на значок летней распродажи, вместе с которым мы получим фон и смайлик. А если мы зайдем в одну из категорий, которые расположены на главной странице магазина, получим бесплатный стикер. Они также ежедневно обновляются в 8 вечера по Москве. Помимо всего этого, в магазине очков можно приобрести сезонные предметы. Профили, анимированные аватары, рамку, фоны профиля, анимированные стикеры, смайлики, а также сезонный значок. А теперь перейдем к самым интересным, на наш взгляд, предложениям летней распродажи. Темнейшее подземелье. В этой мрачной, пошаговой роглайк игре нам предстоит собрать, обучить и возглавить команду героев. Мы проделаем долгий путь через жуткие леса, опустевшие заповедники, обрушенные склепы и другие опасные места. Сразимся не только со страшными монстрами, но и со стрессом, болезнями, голодом и непроглядной тьмой. На игру действует скидка 70%, и сейчас ее можно купить за 264 рубля. Любителям мрачных атмосферных игр стоит обратить внимание. Aliens Fireteam Elite. Это игра на выживание от третьего лица, предшественница недавно вышедшей новинки Aliens Dark Descent. Соберите боевой отряд, которому предстоит истреблять ксеноморфов. Проходить испытания и играть в различных боевых режимах. Прорывайтесь через орды пришельцев, избегайте смертоносных охотников, выстраивайте оборонительные позиции, которые помогут выжить. Сейчас игру можно приобрести с 60% скидкой. Нас ожидает 7 классов бойцов и большой арсенал оружия, а также загадки новой планеты. Darkwood. Это хоррор на выживание с видом сверху. Днем мы можем заниматься исследованием зловещего леса, сбором материалов, созданием оружия и разгадкой тайн. Но к наступлению ночи нам придется найти убежище и молиться, чтобы утро наступило как можно скорее. Мы встретим жутких персонажей, узнаем их прошлое и будем принимать решения, которые повлияют на весь мир. Сейчас Darkwood можно приобрести всего за 74 рубля. Сома. Это научно-фантастический ужастик, сюжет которого перенесет нас на дно Атлантического океана. Радио молчит, еда на исходе, а роботы возомнили себя людьми. Путешествуя по подводной станции, которая долгое время была полностью отрезана от внешнего мира, нам предстоит принимать непростые решения. Что делать? За что есть смысл сражаться? В период распродажи на игру действует 80% скидка. Погрузитесь в мир Сома и взгляните в лицо ужасом, таящимся в глубинах океана. Little Nightmares. Это мрачная сказка, которая заставит нас вспомнить свои детские кошмары. Нам предстоит сыграть за маленькую девочку и выбраться из подводного судна, полного жутких существ, ищущих чем бы поживиться. Также на корабле мы встретим добрых крошечных гномов, без помощи которых героине вряд ли удастся дойти до конца. Сейчас на игру действует 75% скидка, и ее можно приобрести за 212 рублей. Погрузитесь в мрачную атмосферу Little Nightmares и дайте отпор своим детским страхам. Disco Elysium. Финальный вариант потрясающей RPG. Наш персонаж – детектив с набором уникальных навыков, которому предстоит исследовать целый городской район. Судьба сведет нас с незабываемыми персонажами. Проводите допросы, раскрывайте убийства или берите взятки, запугивайте и применяйте силу. Во время распродажи игру можно купить с 75% скидкой за 181 рубль. Кем стать? Детективом-героем или неудачником? Решать только вам. Outlast. Это хоррор на выживание от первого лица, который повествует историю журналиста, проникшего в психиатрическую лечебницу, чтобы раздобыть доказательства незаконной деятельности этой организации. Оказавшись внутри, он попадает в настоящий кошмар,
Повсюду расчлененные тела, испятившие, изуродованные пациенты. Наша задача скрыться от монстров и попытаться найти выход из этого ужасного места. Сейчас, с учетом скидки, игра стоит всего 106 рублей. Don't Starve – это выживалка, полная науки и магии. Нам предстоит сыграть за героя, которого злобный демон отправил в странный неизведанный мир с диковинными существами и опасностями. Мы будем собирать ресурсы, чтобы создавать предметы и сооружения, которые помогут нам выжить. На игру действует 75% скидка, и сейчас ее можно приобрести за 64 рубля. Обуздайте этот загадочный мир и его обитателей. Beholder. В этой игре мы будем смотрителем многоквартирного дома в тоталитарной стране. Мы будем подслушивать разговоры, обыскивать квартиры и изучать каждого жильца. Все, что мы найдем, можно использовать против граждан. Докладывать на жильцов или нет, решать только нам. Во время распродажи на игру действует скидка 86%. Стоит она всего 41 рубль. Если же вы решитесь сыграть в Beholder, помните, что у каждого выбора есть последствия. Кейти в Мяуляндии. Это юмористическая приключенческая игра в жанре point and click. Кейти гуляла в своем саду, когда появился странный белый котик. Она пошла за ним и очутилась в волшебном мире под названием Мяуляндия. Теперь ей нужно найти дорогу домой. На своем пути девочка встретит много милых котиков и других необычных существ. Сейчас игру можно приобрести со скидкой 83% за 89 рублей. Human Fall Flat. Это забавный платформер, который точно не оставит равнодушным ни одного игрока. Нам предстоит проходить уровни, управляя телами гуттаперчевых человечков, преодолевать преграды, перемещать предметы. И это оказывается не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. В Human Fall Flat можно играть одному или в компании до 8 человек, и это точно будет веселее. Сейчас с 70% скидкой игра стоит 199 рублей. Лайк, подписка и звон в колоколец, как всегда, остаются на ваше усмотрение. Такие активности и любопытные игры со скидками принесла нам летняя распродажа в Steam. Это была Тая, всем пока!